Всем привет! С вами Винчик. И сегодня мы будем играть в игру под названием Geometry Dash. Ну что, погнали! Так, я пока что без вас чуть-чуть поиграл. Так, у меня есть вот эти скины. Ну, кубы. Вот. И пока что один самолетик. Так, еще один шар, 0 уфо и одна стрелочка. И 0 спайдеров. Короче, давайте, у меня 2200, я могу купить себе вот это, или вот это, или вот это. Давайте вот это. Все, у нас есть спайдер. Итак, наша цель на сегодня, это Клоттерфанк. Погнали. Собака на 75% прошел. Ладно, пока что оставим. И давайте пройдем. Это go. Сейчас, подождите минуточку. Чуть-чуть. Еще погнали. Еще приду. Так, я тут, я просто куда уходил. Сейчас иду.
92%. Почти прошел по второй попытке. Сейчас мы будем проходить Polargeist. И, кстати, подписывайтесь на канал, если вы играете в Geometry Dash, и ставьте лайк обязательно. Я уже вот босс прошел на 5%, хочу попробовать еще раз. Ай, блин! Чтобы вы понимали, я с первой попытки не сделал 5%. Я сделал это с 50-й попытки. Ладно, давайте перейдем в фандэнс. Вы наверняка знаете эту карту. Кстати, сейчас я проголосую за онлайн. Наверняка знаете эту карту. Звук опоздал, поэтому я не смог. Короче, такая фигня была, то что сейчас, то что игра опоздала от музыки, и поэтому я слился специально. Yeah.
Поддержите меня лайками, пожалуйста. Давайте, я чувствую, то, что вы не до конца поставили лайк. Давайте, поставьте лайк, пожалуйста. Как? Я же нажал. Я сдох, сдыхаю постоянно. Держите за меня кулачки, я сейчас пройду. У меня ладошки вспотели даже. Блин, бедная мышка. Сейчас. У меня мышка вспотела. Потому что я не нажал. Короче, ладно, пропустим. Давайте хотя бы блокбас видим, что ли. Сейчас. А, нет, давайте узнать. Так, давай ты камеру.
Каунглетс. А, Каунглетс. Я один раз прошел до ледяного. Кстати, вы знаете, то, что я раньше играл в ГД. Я оставлю в подсказках на этом ролике ролик, в котором я играл в ГД. Отразимся на него. Вот он. Кристаллик осталось. Пока. Куда я хочу пройти? Это легкая, конечно, очень. Ну, не прям так легкая, но легенькая, чуть-чуть. До 20% прошел. Ну тут не надо прыгать. Я так понял, там вообще не надо прыгать. Да, я так и знал. Там не надо было прыгать. Бурриал Томпс, интересная. Да. 7%. А у меня было 2. Уже на 5 прошло. Да. Ну, в принципе, можно заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, с вами был я, Винчик. Всем пока-пока!